В Актау обновляются сети теплоснабжения. Последний раз ремонт коммуникаций проводился более 20-30 лет назад. В результате с наступлением отопительного сезона возникают проблемы с подачей тепла в город. Чтобы устранить этот пробел, в мае начался первый из трех этапов реконструкции. Мы обновляем магистральные трубопроводы в аварийных местах. Среди подлежащих замене есть трубы как в верхних, так и нижних микрорайонах. Конечно, в первую очередь здесь расположены магистральные трубопроводы КЖСА и МАЭК. По их инициативе, с их рекомендациями мы выбрали места с наибольшим количеством дефектов. В этом году планируется отремонтировать 11,4 километра. На данный момент выполнено более 50% всех работ. Для первого этапа были выбраны преимущественно точки с большим износом и повреждениями. Специалисты подрядной организации работают до 10 часов вечера, чтобы завершить строительство в срок. Завершится ли текущий ремонт до отопительного сезона? Комиссия партийного контроля при партии МАТ посетила строительные площадки и проконтролировала ход работ. Партия Аманат проводит контрольный замер, то есть партийный контроль над работами, которые сейчас проходят в городе. Вот вы видите, за моей спиной идет обширная стройка. Управление энергетики сегодня присутствует, подрядчики нам дали полный отчет. И знаете, прям очень верится, что работы к сентябрю уже будет закончено 50% работ. И в конце сентября работы будут закончены полностью. Поэтому прям верится, что мы с вами будем со светом, водой, теплом встретим зиму 24 года. Общая протяженность тепловых сетей города составляет 44 километра. На первом этапе в этом году будет обновлено 11,4 километра. В ближайшие два года будут отремонтированы еще сети протяженностью 6,4 и 4,3 километра.